Добрый день, меня зовут Александр Камочкин, я профессиональный фотограф, и сегодня мы рассматриваем многофункциональное устройство Strata 2 фирмы Photix. Само название «многофункциональное устройство» говорит о разных его возможностях, на которые следует обратить внимание. Начнем с того, что Strata 2 – это радиосинхронизатор для вспышек, который позволяет управлять одной или группами вспышек на расстоянии до 150 метров. И в то же время это дистанционное управление для вашей фотокамеры, что незаменимо при съемке, ну, например, природы или спорта. Итак, рассмотрим само устройство Strata 2. Оно состоит из передатчика, и приемника. Передатчик мы закрепляем на фотокамере. А приемник соединяем со вспышкой. Устанавливаем вспышку в нужном месте. И все готово для съемки. Причем количество синхронизируемых вспышек не ограничено. Для этого надо приобрести дополнительные приемники. Очень важно, что синхронизированные вспышки можно объединять в отдельные группы. Например, группа А или группа Б. И независимо управлять этими группами с одного передатчика. Это позволяет фотографу быстро переходить с одной схемы освещения на другую. В сложных ситуациях, например, когда вокруг работает много фотографов, существует возможность переключения рабочего канала, что предотвращает ложное срабатывание вспышек. Использование Strata 2 значительно расширяет ваши творческие возможности. Photix предлагает эти устройства для Canon, Nikon и Sony с наилучшим соотношением цена-качество.